Всем привет. Так, меня слышно, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте, отлично. Так, я сегодня даже почти вовремя, уже хорошо. Так, а у нас как-то утряслись составы групп, вы не в курсе? То есть вы занимаетесь со мной, а я с вами, правильно? Нет. Еще. Ну, пока нет. А, понятно. Ну ладно, тогда будем ждать, пока будем вести занятия. Вы меня спрашивали вот про то, могу ли я раньше вести семинары. Да, со следующей недели могу заниматься первой парой, если вам это удобно. Сейчас мы посмотрим, что вы на это сказали. Если вы не проходили опрос в нашем чатике, пройдите. Вот. Есть такой вопрос по поводу того, чтобы заниматься первой парой. У нас же лекция идет, и она после вас, получается. Да, да. Это, это нормально. Ничего? Это нормально. А... У нас семинары идут с задержкой в одну неделю. То есть, ну, так всегда. То есть, по, по смыслу, семинар идет на неделю позже, чем лекция. Поэтому то, что у нас семинар до лекции, это не страшно. То есть, я все время там с какого-то, не помню, с 2017 -го года, в первой парой. И нормально было всегда. Так что, если вы не против, а судя по всему, что вы так глобально не против то мы перенесем на первую пару занятия. Вот, и, собственно, отстреляемся с утра, и день свободен после лекции. Вот. Ну, это как бы если это к вам относится, если вы со мной останетесь. Так, вы мне присылали решение необязательных заданий из первого семинара. Мне кажется, что я всем ответила, но если я вам не ответила, напишите мне, пожалуйста. У меня иногда теряются сообщения. И мне очень стыдно, но вы не бойтесь меня пинговать. Это нормально, написать мне там два или три раза, я обязательно вам отвечу. Если не отвечаю, не потому что не хочу, а потому что я организованная, Вот. Так, давайте сегодняшний семинар разбирать. Он, пожалуй, ну, на мой вкус, самый сложный из всех в программе, но и он как бы не непосредственно вам нужен, он так на уровне идеи вам больше пригодится. А кто знаком с концепцией ООП, объектно-ориентированного программирования? Можете плюсик поставить в чате. О, прям все знакомы, то есть вы умеете писать классы. Правильно? А кто не Нет, знаком? Не все. не все знакомы, да? Совсем а, не все. А знакомый, но не на питоне. Вот это, кстати, важный момент. Да, а, замечательно. Но я, скорее всего, буду ориентироваться на тех, кто не умеет. Вот. Но в любом случае ноутбук у нас есть готовый. Я сейчас ссылочку пришлю в коллабе, но она есть еще на гитхабе курса. Так. Lab. Так, я ссылку пришлю в зуме и в телеграме тоже. Момент. Сделаю сразу красиво. Так, прислала. Так, замечательно. Ну, давайте разбираться. Значит. Концепция объектно-ориентированного программирования. Это такой семинар, он скорее технический, то есть он прям ну, не вписывается в канву именно машинного обучения, но а, понимать и примерно представлять, как работает ООП в питоне, полезно, ну, даже скорее не для машинного обучения, а для глубинного обучения, которое будет у вас в следующем семестре. Вот. Но для машины тоже полезно, потому что, в общем-то, если посмотреть на любую библиотеку, как она реализована разработчиками, там все в терминах классов реализовано. Поэтому полезно понимать, что такое классы. Вот. А функции вы все умеете писать в питоне, да? Ну, просто функции, не классы. Функции писали. Ну, замечательно. Хорошо. Значит, что такое класс? Mm. Ну, тут есть какое-то объяснение, что такое класс. А, давайте сразу скажу, что мы весь ноутбук точно не успеем разобрать. Более того, я половину забыла уже э, из того, что здесь было, <с Pikino> поэтому <с cozy> вряд ли э, даже половину успеем разобрать. Но, э, опять же, нам не нужно сегодня прям-таки глубоко осознать прям каждую маленькую деталь. Нам нужно понять, в общем зачем нужно ОП, как оно в целом выглядит в питоне, и какие вообще возможности в питоне есть для работы с классами. А вот именно в детали, ну, мы можем углубиться, если вам нужно будет, но у нас нету такой самоцели. Что-то я говорила и забыла. Класс. Значит, что такое класс? Ну, допустим, у нас есть какой-то сложный объект, и таких объектов может быть несколько. Но условно... Интересно, у нас есть тут пример. А давайте вы мне пример приведете объекта, для которого нужен класс. Ну, например, дом. Дом. Ну да. В доме может быть, например, улица, какой-то план дома, схема, не знаю, как там коммуникации проведены. И вот домов таких mm -hmm. может быть много. Да, супер, очень хороший пример. Да, пользователь приложения. Да, но ну давайте про дом поясню. Вот у нас есть дом, у него есть много характеристик, и домов у нас много. Если вот у нас какая-то задача, где мы, мы работаем с домами, то вот. Все связанное с домом лучше организовать в один объект в питоне. Вот и это будет классом. То есть мы создадим класс, по сути мы создадим такой новый тип данных, который будет называться дом. У него будут разные методы, то есть функции, да, действия, которые можно делать с домом, разные атрибуты, в общем и так далее. Вот хороший пример еще пользователь, да. Вот Макар написал пользователю. У пользователя тоже есть какие-то э, свойства. Логин, почта, имя и так далее. И пользователь еще что-то делать тоже может. Там, залогиняться, там, не знаю, разлогиниться. Вот, э, тоже вот, все характеристики такого сложного объекта можно организовать в один класс. Э, хорошо. Давайте посмотрим, как классы в питоне работают, как их э, объявлять. Встроенные типы данных, int, флот, string под капотом тоже являются классами? Э, ну, про int и float я вам не скажу, string скорее да, потому что ну, это набор букв, да, поэтому можно сделать классу. Но э, я прям точно не скажу, но кажется, что да, да. Э, ну... В C++ класс, ну, если в C++ класс, значит, в питоне тоже, да, все разумно. Но вообще в питоне все реализовано, все, что можно реализовать классами, оно реализовано классами. Поэтому, знаете, ответ по умолчанию – да, все реализовано классами. А, так, собственно, как объявлять класс? Вот вы пишете класс и название класса. А, вот, в общем-то, все. Потом двоеточие пишите и внутри содержание класса. Ну вот этот пустой класс, мы здесь никакого содержания не пишем. А, как объявлять объект какого-то класса? Вы пишете название вашего объекта любое, и вызываете а, ваш класс. Вот, если есть какие-то параметры да, или гиперпараметры, или неважно, как это называется, вы их задаете вот здесь в скобочках. Здесь их нету, поэтому просто круглые скобки пустые. Вот, все. Вот он, вот наш пустой класс. Ну, ничего просто объект класса вот а... можно посмотреть Да в целом что может быть у класса вот тут есть там, атрибуты например ну их нету да а вот то есть это такой класс пустой здесь вообще ничего интересного в нем нету а если мы делаем все по Каноном, то название классов надо писать вот этим camel case, то есть если у вас какое-то длинное название а по логике из нескольких кусочков состоящее, то вы пишете без пробелов, без нижних подчеркиваний, и каждое, каждое такое слово отдельно вы пишете с большой буквы. Вот. А название функций и всего прочего мы пишем... Снейк-кейсом, то есть наоборот, все с маленькой буквы и кусочки названия разделены нижним подчеркиванием. Это не принципиально, но есть некоторая такая договоренность. Так, внутри класса есть какие-то функции, которыми обладают объекты. Ну, например, вот пользователь, да, может залогиниться, да, это какое-то действие. Вот. Функции нашего объекта внутри класса называются методами. Мы можем методы определять внутри классов. А, давайте посмотрим, как это делается. Вот у нас гусь, например, картиночка. Давайте создадим класс принтер который будет, который будет уметь печатать гусей. Вот. А, и внутри зададим метод print гусь, а, который просто напечатает нам этого гуся. Так, давайте сначала проверим, что все работает. Так. Очень глупый вопрос. Давайте, да. Чем отличаются библиотеки от классов? Ну, это нормальный вопрос. Библиотека, в ней какой-то набор функций есть. Там, например, библиотека какая-нибудь, пандас, да, или какую-нибудь, ну да, пандас, мы ее в следующий раз будем разбирать. Библиотека для работы с таблицами. И там есть разные функции. Там, что, что с таблицами можно сделать? Все эти функции могут быть организованы в несколько классов. То есть библиотека, она такой обширный функционал, который мы применяем. А класс — это как бы одна единица. Вот, в библиотеке обычно много классов. Они там наследуются друг от друга. В общем, там сложная структура. Надеюсь, ответила. Что означает self? Так, давайте про библиотеку закончим. Библиотека – это набор классов, получается. Ну, можно считать, что да. Набор классов, которые реализуют определенную логику, которая нам нужна. Да, все так. Что означает self в параметрах метода? Self – это ссылка на сам объект. Вот тут как раз есть комментарии про это. То есть в почти любом методе первым аргументом является self. То есть это сам объект. То есть объект, к которому применяется метод. Ну, то есть к которому применяется действие. Так может быть, что вот наша функция, которая у нас внутри класса, она почему-то применяется там, к другому объекту. Не к тому объекту, вот, с которым мы внутри класса работаем, а к другому может применяться к двум объектам, к объекту класса и еще какому-то. Но, как правило, мы всегда с объектом класса работаем, вот, поэтому self — это вот просто ссылка на сам объект класса. Вот. И, собственно, вот в данном случае мы берем и печатаем гуся. Просто вот этого. Да. Вроде как вот так. Что вам тут еще рассказать? То есть, смотрите, мы объявили класс наш, да? И когда мы вызываем какой-то метод этого класса, как это будет выглядеть, вот этот наш объект, точка, метод, который мы вызываем. Пока понятно или уже сложно? Пока. Ну, может, это тоже странный вопрос. А, вот после класс гус-принтер следующая строчка две гус и просто кавычки. Это что? Может, это тоже глупый вопрос, скорее всего. Вот здесь? Да. Ну, мы здесь задали переменную гусь. Вот, она пустая. Да? И вот здесь мы ее напечатали. Вот. А вот, наверное, правильнее было бы сделать вот так. То есть вот этого гуся мы задаем внутри класса, вот так вот. Сейчас он, наверное, будет на сдвиге ругаться. Да, вот, правильный вопрос про нон. Сейчас скажу. Сейчас он будет ругаться на сдвиге. Ой, а как это нам все сдвинуть красивенько одновременно? Я что-то не помню. Буду... Выделить этап, если не Так, выделить и... Там. Так, у меня мак... Shift, так, А, ой, да, да, правильно, спасибо. Так, и насколько его сдвинуть, интересно. Вот так. Да? Нет. Пока переменную не в записали здесь. Что? Мы не в записали эту переменную. А, можно и в init, можно просто ее объявить. То есть, если у вас просто переменные, которые ну, по логике не меняются, у нас такая константа, да? мы ее можем записывать не в init. Но что-то у меня с отступами не так, не могу понять, что, может быть, вот тут. О, о, замечательно. То есть теперь, если мы дважды напишем print goose, то у нас, наверное, он дважды напечатается. Давайте посмотрим. Да, все окей, замечательно. Вот. Протап, спасибо. Можем дополнительно не вызывать переменную goose принтер. Это как? Ну, в смысле, можем ли не печатать? Ну, можем не печатать. Ну, в смысле, если мы хотим напечатать гуся, то вызываем. Если мы self не записали, то через точку нельзя будет вызвать метод? Ну, смотрите, self – это ссылка на сам объект. То есть мы по умолчанию, в общем-то, всегда работаем с объектом класса. Вот. Если здесь не написано self, то непонятно, что делает наша функция. Дальше у нас будут такие примеры. Давайте ну вот, дальше посмотрим. Тут есть еще важный вопрос, что такое стрелочка non. Кто знает? Это значит, что это типинг. ничего не возвращаем. Да. Нет. Мы делаем, как это называется, строгую типизацию. Вот. Это вообще полезно делать, то есть это не обязательно делать. То есть, если мы вот это сейчас уберем, вроде как все сработает. Да. Но сейчас питон меняют, питон постоянно да, модифицирует, и все идет к тому, что типизация будет строгой в итоге. То есть, с какой-то версии, я так думаю, нет, конечно, я не разработчик питона, с какой-то версии, строгая типизация будет обязательно. Вот, и здесь мы э, указываем, что наша функция не возвращает никакое значение. То есть если бы там, функция возвращала какое-то число, да, return 1, то здесь было бы int, правильно? То есть мы возвращаем число, целое, целое число. Вот, если функция ничего не возвращает, то есть return нет, то мы так и пишем, что она ничего не возвращает. А зачем это может быть полезно? Как вы думаете? Там ошибки при компиляции, а нет, ну, чтобы улучшить читаемость кода. Ну да, во-первых, в больших проектах улучшает читаемость кода, то есть мы можем сразу по названию, да, уже все понять, какие у нас аргументы каких типов, что функция возвращает, а еще есть некоторые библиотеки. Um, которые требуют вот этой строгой типизации. Я сейчас могу ошибиться, но кажется, uh, Fast API, библиотека, которая нужна для написания сервисов, uh, IOGram, которая это библиотека в Питоне, которая нужна для создания ботов в Телеграме, ну и наверняка еще какие-то другие библиотеки, они требуют строгой типизации. То есть это не просто наша хотелка, а ну, сама библиотека не сработает, если у вас функция не будет вот в этих правилах записана. Вот, вот такая штука. Так, давайте пойдем дальше. Вот какая техническая информация, в общем, не очень интересно. Давайте теперь поговорим про атрибуты класса. О чем отличаются атрибуты от методов, кто знает? если вот не читать пока что. Я не то, что вас это, тестирую, я диалог пытаюсь устраивать. Вы не подумайте, что я хочу вас проверять. А, значит, смотрите, методы это действия, да, которые мы с классом а, совершаем. А, атрибуты а, это просто переменные, которые, ну, какие-то характеристики, да, там номер дома, количество этажей у дома, вот, там у пользователя его какие-то характеристики, вот. значит, давайте посмотрим на класс точка. ну точка двумерная, у нее две координаты. с точки с ними можно что делать, не знаю, если как вектор на них смотреть, можно их складывать, там вычитать на число умножать. Вот. То есть это какие-то объекты, с которыми можно выполнить действия. У класса может быть конструктор. Конструктор это функция, которая вызывается при создании объекта класса. То есть, вот когда мы создаем объект, сразу вызывается конструктор. Конструктор пишет, называется как и нит с нижними подчеркиваниями. Вот. И здесь мы перечисляем. Атрибуты класса, то есть какие-то характеристики, которые нам нужны. Oh, self это ссылка на сам объект класса. У точки есть две координаты x и y. И в данном случае мы, наверное, для простоты предполагаем, что это целые числа. Они не обязаны, кстати, быть целыми, могли бы и флот написать. Вот, что такое двоеточие int. Это та же самая вот строгая типизация. Вообще, говоря, это, мы не обязаны это писать. То есть мы можем вот так написать. Опять же, self, x, запятая, y и без всяких стрелочек. Гораздо проще. Вот. И дальше, все, дальше тот же самый код все сработает. Вот. Но если уж все по канонам делать, нужно все вот, в концепции строгой типизации делать. То есть, когда мы говорим, что есть какая-то переменная, мы говорим, какого она типа. То есть мы говорим, что x, y это будут целые числа. Вот. Итак, значит, в конструкторе что мы делаем? Мы присваиваем э, атрибутам значения, которые нам нужны. Сейчас объясню. То есть вот мы создаем объект точка с координатами 3 и 5. То есть вызывается конструктор, и вот в переменную x кладется троечка, а в переменную y кладется пятерочка. Вот. Ну и вот тут простая функция метод, да, который печатает координаты точки. Вот. вот такая вот история. Вот, напечатали координаты. А вот философский вопрос: для чего нам делать отдельный класс, если мы все это можем в целом одной функции задать? Вот это вот, вот это? Ну да, то есть, и присваивание. Uh, Можем? и, и последующая печать. Можем, конечно. Здесь вот этот класс довольно бессмысленный, я с вами полностью согласна. Но мы сейчас будем его обогащать. Мы добавим в этот класс uh, функцию там, сложения точек, вычитания точек. То есть мы сейчас методы добавим, и тогда у нас uh, какой-то смысл появится. То есть, по мы сейчас это... потихоньку... Mm -hmm класс у нас, ну, созданный нами, это какой-то отдельный агрегат необходимых нам заданных нами же функций, которые мы можем просто по ходу кода там много раз э, применять просто условно не к отдельной uh -huh. функции обращаясь, а непосредственно к классу и к лежащей в нем функции. То есть да. Как То есть класс это, по сути, мы создаем такой новый тип данных, uh -huh. ну, вот сами придумали, у которого есть функции, да, есть какие-то ну, методы есть атрибуты. Да. А зачем это вообще, в принципе, нужно для машинного обучения? Сразу, чтобы далеко не ходить. А куда делась моя панелька? Не вижу. Ну ладно. В общем, когда мы про машинное обучение говорим, мы будем обучать модели машинного обучения. И вот любая модель это класс. Например, линейная регрессия. Вы про нее а, вот, кстати, чё, зачем ему писать? Вы про линейную регрессию говорили уже на лекции сегодня? Нет. А про что говорили? Ну, мы говорили про регрессию, просто мы. Мы говорили, не... да, что такое регрессия, но у нас разделение на типы регрессии не было. Просто типы а, ну, задачи. Были. Задача, да, регрессия. Ну, линейная регрессия это вот простейшая модель, которая нам прямую линию через точки пытается провести. Вот каждая модель, она реализована вот в библиотеке в виде класса. То есть у нее а, есть название, какое-то там описание, инициализация, метод fit а, — это вот процесс, когда мы обучаем модель, подбираем ее веса, и метод predict — это процесс получения прогноза. Вот. То есть у каждой модели есть методы fit и predict. Видите, то есть все вот в этой объектно-ориентированной парадигме и записано всегда. Вот так. Да, ну, давайте вот этот класс обогащать. Точка. Так-то довольно бесполезно пока что. Есть прикольные такие магические методы. Магические методы они названы ну, как-то. И два нижних подчеркивания слева и справа такие встроенные методы. Вот. Ну, вот методы НИТ вот вы знаете. Есть много магических методов, если на документацию кликнуть, тут наверняка их будет очень много. Ну вот, видите, очень много. То есть это некоторые встроенные методы, которые мы можем, в принципе, использовать. Давайте на парочку из них посмотрим. Вот есть методы STR и Repr. Это методы, которые нам позволяют, грубо говоря, красиво напечатать наш объект вывести на экран. Что имеется в виду? Мы вот наш... сейчас я могу ошибиться, но если мы сейчас напишем вот print point, вот мы создали точку, да? Как вы думаете, что произойдет, если мы попытаемся ее напечатать? Ну покажется, где еще в ячейке класса. Давайте посмотрим. Ну вот что это такое? Нам просто говорят, что point это объект вот этого типа, да, point 2D, который лежит где-то вот там в памяти. Все. Это нам надо, Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, когда мы хотим напечатать точку, мы хотим увидеть ну, координаты точки, наверное. Поэтому мы вот здесь как раз писали функцию print, call, print callards, да, потому что просто так точку не, не напечатать. Но нам все-таки очень хочется уметь вот так сделать. Ну, чтобы написать принт, нашу вот точку напечатать, и чтобы не вот эта вот странная идея, ну, какая-то техническая информация вылезла, а именно координаты точки. Вот поэтому мы можем использовать магические методы STR и REPR. Uh, REPR – это какая-то такая не очень красивая печать, а STR более красивая. Ну вот, если подробно, да, то метод STR будет э, выводить на экран какую-то красивую, понятную, полную информацию про наш объект. А метод repr он тоже будет какую-то информацию про наш объект выводить, но она может быть некрасивой и неполной, скажем так. Он больше для отладки наших, нашего кода нужен. А, смотрите, давайте мы эти методы напишем. Значит, написали метод репор, смотрите, О, вот она нам возвращает, что она возвращает строку, которая нам будет написано point 2 D и координаты, Видите? а метод str будет более подробное описание возвращать, будет говорить, что это двумерная точка, вот с такими-то координатами, да? И вот теперь будет очень здорово, смотрите. Раньше мы не могли вот так написать print point 2D не могли. Uh, у нас просто говорили, что это класс, объект класса, который где-то там находится. Теперь мы можем написать print от point 2D. Uh, и так, ну вот, соответственно, когда мы пишем print point 2D, у нас вызывается метод STR. Вот этот. А если просто написать ну, объект класса, просто без принта написать то вызовется метод репр. Это хорошо, потому что мы теперь вот от вот такого ужаса мы уходим. Мы получаем какую-то информацию, которая нам нужна, исходя из логики объектов класса. вопрос, а еще раз, а как у нас ну, вот это условное выведение получается? Что если мы а, вот так пишем, у нас обращается к одному дефу, а если нет, то к другому. Ну, вот магические функции, они реализованы так. То есть вот эти названия, это не мы сами мы придумали вот так написали. И внутри библиотек Питона а написан код, что если мы переопределяем функцию str, то она вызывается, когда мы пишем print от объекта. Ага. Вот. А когда мы определяем функцию repr, она вызывается, когда мы просто сам объект вызываем. То есть Ой. если мы сейчас по-другому назовем нашу функцию, то ничего не сработает. То есть mm -hmm. если мы напишем какой-нибудь for str, то ничего у нас не сработает. Видите, метод str у нас не переопределен магически, поэтому когда мы делаем print, что происходит? Вызывается вот этот обычный метод репор и магии не происходит. А вот если мы переопределяем метод str, то он вызывается именно в момент принта. Вот. Угу, Понял. То есть это просто э, ну, дефолтные настройки самого питона. То есть, в любом случае, если э, присутствует print, то вызывается то, что мы переопределили в. В uh -huh. Да. Вот это, это в момент принта. Print, print uh -huh. от, ну, от object. Да? А если мы просто написали объект, то вызывается реп. Если мы СТР не задали, мы же не обязаны всегда это задавать, то всегда по умолчанию будет реп вызываться. Вне зависимости от того, есть принт или нет. Да, ну вот смотрите, если мы сейчас СТР закомментируем, то вот принт есть принта нет будет вызываться вот эта функция реп. Вот, видите понятно? Ага. ну если ее не будет, то будет выводиться какая-то вот эта вот штука. Ну, да, просто что мы к классу обращаемся. Да. Ну, это не то, чтобы информация, без которой вы не можете жить, но, по-моему, это классные штуки. вот ну, вопрос про строгую типизацию. Объясните, да. что, пожалуйста, как, как она работает? Вот это кнангстр, ну, условно, что, что нам позволяет без нее не обходиться? Вот для чего она нужна? Ну, вот здесь мы пишем стрелочка str, это означает, что наша функция возвращает строку. Mm -hmm. да? ну. А вот возвращаемый тип данных. Да, возвращаемый тип данных. В данном случае, это ну, вот без этого кода сработает. То есть вот так тоже сработает. Да. Ну, потому что у нас изначально возвращается там F-строка, это как бы априори-строка. Априори да, это априори-строка. То есть это скорее для нас здесь. Ну, такая культура кода современная, да, что нужно все строго типировать. Но вот есть некоторые библиотеки, с которыми мы не столкнемся, скорее всего курсе, ну вот именно для разработки. Возможно, вот у нас сейчас в курсе, вот в последнем блоке на майнере, в прикладных задачах, там какие-то последние темы, они про MLOps. Вот там, кажется, сервисы будут обсуждать, и вот, вот если вы хотите вокруг своей модели написать какой-то сервис красивый, да, чтобы ваша модель не в Jupyter ноутбуке работала, а там вы по ссылочке заходите, у вас там модель красивая, тогда вам придется Обязательно делать строгую типизацию, потому что библиотеки, реализующие сервисы, они ну, требуют этого строгой типизации. Просто будут выдавать ошибку, если вы этого не напишете. То есть сейчас мы это делаем просто как приучаемся правильно писать. Mm -hmm. Но у многих известных нужных библиотек для разработки это требование, прям без этого не сработает. Строгая типизация NAN, просто потому что ну, мы ничего не выводим, там и тип данных не нужен никакой. Да, да, где мы nan возвращали, возвращали, не знаю, как правильно, мы ничего не реторнем. Э, Реторна нет, не, функции ничего не возвращают. То есть возвращаемое значение отсутствует. Понял, спасибо. Ага. Так. Смотрите, вот, Ильяс вам, на ваш вопрос отвечаю, ошибки не будет. То есть я могу сейчас написать сюда, что мы эту строку возвращаем, и все сработает. Это правда. То есть как раз здесь мы... Здесь типизация не необходима. Она необходима, вот опять же, если будем использовать какие-то там сервисы над, над нашим кодом. Вот здесь это скорее для нас. Это только дополнительная, до, дополнительная самопроверка. Вот что э, функция ничего не возвращает, а мы здесь пишем, что она ничего не возвращает. Это просто культура кода, и дополнительная самопроверка в нашем случае. Если мы в return first court напишем, там, не знаю, float или строка, там не выскочит. Ничего не произойдет. Ну, это ошибки не будет. Да, ошибки не будет. Но мы, правда. Не вызвали эту форс давайте посмотрим. Ну, она просто флотом стала. Нету ошибки. То есть вот эта типизация, она не влияет вот именно дальше на код. Она нам просто визуально сейчас нужна. Понимаете? И вот я говорю, почти до конца этого майнера мы не столкнемся с библиотеками, которые прямо требуют этой типизации. То есть можно ее делать неверно, и все равно сработает. Но вы поверьте, что она очень нужна. Вот просто вот если пойдете, потом будете где-то заниматься машинным обучением, ну вдруг, а такое бывает, эм, то кроме моделей вы обязательно будете писать какие-нибудь сервисы над моделями. Ну то есть как-то выводить модели в продакшн. А вот в библиотеках, которые занимаются уже выводом в прод, строгая типизация обязательно. То есть если вы здесь напишите, ну не напишите вот этого или напишите неверно, то ваша библиотека выдаст ошибку. Хорошо. Так, ну давайте пойдем дальше. Про магические методы мы поговорили. Поговорили, поговорили. Но есть еще много магических методов. Мы их, если хотим использовать, мы, по сути, их переопределяем. Да? То есть они внутри какие-то по умолчанию заданы или не заданы. Вот. А мы их переопределяем под свои цели. Например, мы можем две точки сложить. Вот. В этом случае переопределяем магический метод add. Смотрите, тут два аргумента. Self это текущая точка, с которой мы работаем. Other – это другой объект, типа point 2D. То есть другая точка, которую мы хотим прибавить к нашей точке. Вот. То есть мы берем и говорим, каким образом мы складываем точки. Питон не знает, как мы их складываем. Ну, он не может догадаться. А здесь мы прям говорим, что результатом сложения двух точек, ну, двух векторов, да, будет третий вектор, третья точка, у которой x координаты складываются, и y координаты складываются. Можем ли мы в это передать три значения? Ну да, адер 1, адер 2. Можем массив сюда передать. Ну, в список. Сколько а хотите, да, без проблем. Вот. Кстати, здесь хорошо было бы написать двоеточие point 2D. Да? Если уж мы делаем типизацию. То есть адр это объект типа точка, да, point 2D. И возвращаем мы тоже объект типа point 2D. Вычитание можно переопределить аналогично. Можно задать какую-то функцию, например, добавить к точке, ну, к координате, там, какое-то число. Это уже не магическая функция мы ее уже сами задаем. Там, например, к x-координате хотим добавить какое-то число. А, ну, вот, прям так и пишем. Получится у нас тоже объект типа точка, где мы к x-координате что-то добавили. Вот. И чем хороши вот именно магические, да, вот эти операции? Тем, что когда мы переопределили add, теперь мы точки можем складывать просто через плюсик. То есть, я... вот давайте попробуем, смотрите. Мы пока ничего не запускали, да, у нас старый класс, еще, где не было вот этих операций. М -м так, вот здесь сделаю. Вот как вы думаете, если мы не переопределяем вот эти штуки, что будет, когда я запущу ячейку вот эту с со сложением точек? Ну, скорее всего, ошибка. Потому что непонятно, как два, два сложных объекта будут складываться. Да. То есть не задана операция сложения для точек. А, Но ну вот здесь мы ее как раз задаем. И вот теперь мы можем сложить две точки. И вроде как все корректно у нас работает. И вычитаем две точки. И даже число можем добавить, или не можем. А, почему так не сработало, кстати? Скажите мне, потому что это наш внутренний метод, мы его сами прописали, и он не может просто через плюсик вызваться. Ну да, не очень понятно, что плюс 7. 7 это не точка, то есть к, к точке как целое число прибавить непонятно. Если мы задали какое-то правило сложения, то мы должны вызвать этот метод. Он не магический, поэтому нужно прям прописать. То есть мы пишем, ну вот наша точка, точка add number, и здесь можем добавить какое-то число. Вот, там семерочку добавили, да, и вот у нас наша логика реализовалась. То есть 3 плюс 7, получилось 10. Вот. И как вы видите, у нас точка красивая написалась, да. Если мы напишем print, то будет еще, еще красивее. Вот. А... Что еще есть? Ну, есть еще операции с присваиванием. М -м, с присвоением тут написано. Ну, а, неважно, и e это это in-place addition, in-place subtraction и так далее. То есть здесь мы создаем новый объект, да, в памяти и возвращаем его. А можно то же самое делать, не создавая нового объекта, а как бы переписывая текущий объект. То есть мы, вот у нас была точка, мы прибавили к ней какую-то другую точку. Ну, какие-то значения. И просто значения в текущем, у текущей точки поменялись. Ну, грубо говоря, вот плюс равно, это как раз, вот есть эта операция присваивания. Вот. Эти операции тоже надо перезадать. Ну, вот они. In place addition, in place subtraction. То есть мы не создаем новую точку, а мы изменяем текущий объект, то есть к координате, к текущей координате x мы прибавляем, ну координат другой точки, к текущей координате y мы прибавляем другой y, то есть мы новый будем... объект не создается, изменяется текущий. То есть мы будем да. ссылаться на один, Но один id будет одинаковый, правильно у них до. Ну вроде И... да. После. Да, да. Давайте проверим. А... Ну вот у нас как раз. Эксперимент. То есть создали точку. Давайте допустим еще раз. Создали точку. И к ней. Вот теперь мы можем писать плюс равно. Раньше не могли. К ней прибавляем какую-то другую точку. Надежник не поменялся. Видите, это хорошо. То есть мы, по сути, изменили координаты исходного объекта. Ну и теперь получили точку с новыми координатами. Вот, вот так. Можно проверить, мы тут как раз. И тут мы этого не проверяли, да? Ну, давайте проверим, что при операции. Ну, или, может, вы мне поверите, что при операции просто сложения у нас создастся новый объект. Да, то есть, если мы напишем. Ну, это вроде как понятно, что если мы создаем какой-то новый объект, вот такой вот. Так, вот, наверное, можем написать. Да, то если мы посмотрим на ID-шник объекта C, ну, он будет каким-то другим. Да? То есть здесь не in-place операция. Так. Можно, пожалуйста, еще раз для чайников а, с Magic вот этими штучками было понятно STR и REP. Это было прям понятно. А сейчас а, и ADD и вот эти все штуки то это... тоже Подчеркивания нижние. Вот это непонятно, зачем это нужно, да? Нет, понятно, что это функция, мы ее пишем и так далее. Непонятно, почему в названии функции мы пишем сначала два нижних подчеркивания, потом add, потом опять два нижних подчеркивания. По не а не это происходит. тоже магическая функция. То есть все вот эти функции, которые нам переопределяют какие-то действия стандартные, они называются магическими и с нижним подчеркиванием. То есть репр и стр, они зачем нужны? Они нам заменяют принт. Э, да? Класси обычный принт от объекта некрасивый, э, там просто адрес объекта. А если мы вот эти функции зададим, то он станет красивым. То есть мы переопределили операцию print. Вот. А далее. Вот эти функции тоже магические. То есть если их не писать, то мы не можем через плюсик и через минусик складывать, вычитать две точки. Ну вот просто написать point плюс point мы не можем. Вот. А эта функция переопределяет операцию сложения, и, и после того, как эта операция, после того, как мы этот код написали, мы можем использовать для сложения просто плюсик. То есть магические функции, они какие-то стандартные процедуры переопределяют, вот которые ну, хотелось бы, чтобы они у нас были, чтобы мы их могли делать с объект. А то есть, если бы мы считывали там, ну, как мы до этого делали э, в базовом курсе, допустим, в одну переменную в другую переменную внутри функции складывали бы эти mm. объекты и, ну, никак не переписывали значение плюсика то нам mm -hmm. бы и не понадобились магические методы, да? А из-за того, что нам хочется считать с клавиатуры плюсик и сложить там, ну, условно, Да, да указать... Из-за того, что мы хотим красиво сделать, типа именно через плюсик складывать. Поэтому нам нужен вот этот именно метод. А да, так да. мы могли бы сами написать. Мы могли бы и не магически написать метод. Давайте, вот без нижнего подчеркивания напишем метод add. Так тоже можно. Вот. И тогда. Я что-то не вижу, где у меня... А вот эта верхняя ячейка, она куда-то пропала. Вот, сейчас покажу, где у нас метод add. Вот, мы написали не магический метод. Им тоже можно пользоваться. То есть создали две точки. Там, не знаю, 1, 2, B, какая-то точка, point, 2D, 3, 4. И мы, если у нас обычный метод add написан, мы тоже можем им воспользоваться. То есть написать a.add b. Вот. то есть просто применить вот этот метод. Но его надо вызвать, да, получится что-то. Ну, получилось точка, где сложили, да, две точки. Но это некрасиво, да. А если мы именно магическую, магическую блин, команду или магический метод переопределяем, то мы можем написать просто a плюс b. А плюс B гораздо красивее. Вот. То есть именно с нижними подчеркиваниями это магические методы, и они переопределяют конкретные операции. То есть, вот конкретно эта функция будет вызываться, когда мы пишем плюсик. Всегда. Вот там Конкретно эта функция будет вызываться всегда, когда мы пишем минусик. Понятнее стало. А, спасибо. Вот эта функция будет вызываться, когда мы пишем плюс равно, это когда минус равно. Окей, хорошо, поехали дальше. Что тут у нас дальше? Есть еще, ага. Все магические функции они подробно описаны в документации, да? Ну то есть что. -то Достаточно либо. подробно, да. Вот я ссылочку нажала, и тут в принципе все прописано, что происходит, когда мы вызываем ту или иную функцию, да. А, то есть вот как, что, что при какой операции вызывается? То есть там принт или плюс или минус? Или да, плюс. да, и это все прописано. Uh -huh. Спасибо. Ну вот по ссылочке, которая в ноутбуке, вот все, что есть, оно все прописано. Тут есть еще много чего хитрого. Вот. Да, окей. Ну и вот еще примеры, там больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, равно, не равно, тоже можно переопределить. Если вот, например, мы создали две точки, вот здесь, кстати, интересно, как оно сработало. Смотрите, вот мы сравниваем А и Б, ну равно равно это операция сравнения, да? И вот она нам выводит False. Как вы думаете, почему? Вроде как две одинаковые точки, а выводится False. Мы хотим проверить, точки у нас одинаковые или нет. Вот и проверяем, верно ли, что А равно В. Говорят, нет, неверно. Почему? Потому что он адреса сравнивает. Да, ну мы просто как объекты сравниваем, да, адреса. Ну, это мы создали два разных объекта, они в разных местах в памяти лежат, поэтому false. А мы не хотим, чтобы так вот эта штука работала. Мы хотим, чтобы по логике она действовала. Все-таки две одинаковые точки, значит, мы хотим, чтобы здесь было true. Это означает, что вот эту операцию надо переопределить. Точно так же. Вот у нас есть магический метод equal. Вот, и мы его переопределяем. То есть что такое два равных объекта? Это объекты, у которых x-координаты одинаковые и y-координаты одинаковые. Да? Ну, вот. И вот теперь, если мы применим операцию сравнения, будет хорошо все. Видите, будет true. Вот. Да. Ну, тут можно много чего посмотреть. какой будто у нас постоянно делит выводится. Зачем нам делит? Где мы делит написали? Вот <соединяющие> делит. А, вот где <соединяющие> а, Да, больше да я поняла. А, тут надо посмотреть, что метод дел делает. Почему он постоянно выводится? Он, наверное, <соединяющие> у нас... Ага. вместо двойного равно напишем is, то все равно false у нас будет, правильно? А, будет false. Ну, а я же такой is. Вроде так не должно работать. Давайте проверим. Так да, вы предлагаете? Да. False, false, да. Угу. Так, я не очень понимаю, что такой метод делал, честно говоря. Давайте посмотрим. Дело это когда мы э, удаляем э, класс, то есть переобозначаем или удаляем его из памяти, убираем. Тогда он как бы мы можем что-то написать. А, можно, можно почистить, да, по сути, память. А, ну, вот он у нас зачем вызывается здесь? Не очень понятно. Просто сборщик мусора видит, что мы больше не пользуемся этим объектом и удаляет его, а ноутбук просто, скорее всего, ну, неправильно выводит порядок. То есть сначала true должен быть, а потом делить. такой же иногда а, порядок, бывает. Ну да, какая-то странная печать. То есть мы сначала сделали сравнение, а потом перестали пользоваться этим объектом. Вот, потом должно быть делить. Или я что-то неправильно понимаю. Ну ладно. Если эти объекты никуда не записали, то если бы а равно point, b равно и вот мы бы их сравнили, да, вряд ли бы del выходил. А -а -а. мы, как бы мы их создали и после того, как мы сравнение сделали, они сразу. А, еще... сразу удалили, да? То есть, ну да, вот кстати, похоже на правду. То есть, если бы мы вот так сделали, а потом написали print a равно b равно равно, то никакого делит бы не возникло, правильно? Да, никакого делить не возникло. Угу, uh -huh, uh -huh. А если А равно А? Ну ладно, это так будет трудно. Да, видимо, если мы никуда не записываем вот этот объект, то мы его поиспользовали, и он как бы все удалился. Поэтому он делит сразу возможность. Да. Хорошо, пойдем дальше. Ну, в общем, много этих магических разных штук. Можете их все переопределять при Желание. Я, честно говоря, не знаю, где нам в курсе хоть раз понадобится что-то такое писать, но знаете что оно есть. Так, копирование. Про копирование давайте чуть-чуть поговорим. Что вы знаете про изменяемые и неизменяемые типы данных? Расскажите мне. Питоне. Ну, и существуют изменяемые и неизменяемые типы данных. Uh, собственно, это говорит о том, что ключевое отличие в том, что есть типы данных, которые при выполнении с ним каких-то операций uh, меняют, ну, то есть создают новые объекты и которые находятся по новому адресу, а есть типы данных, которые не меняют объекты остаются по тому же адресу. И поэтому поведение может отличаться, вот, например, там ну, неизменяемый, например, список там или сет. Вот если мы с ними что-то сделаем, то у нас по этой же ссылке изменится. То есть, например, э, ну, хороший пример здесь, что если мы в цикле будем пытаться там что-то изменить э, в новом списке, то изменится в старом списке. Ну, например, возвести все члены в квадрат там, или что-нибудь такое. Ну, то есть в изменяемых мы как бы ссылку на объект создаем, а в неизменяемых мы создаем новый объект. Uh -huh. Да. Хорошо. Это все зачем нам нужно? Это нам нужно за тем, чтобы переопределить операцию копирования для нашего объекта класса. Вот изначально она не задана никак. То есть. Ну вот тут пример. Да? Давайте запустим и разберемся. Мы создали точку. Ну, вот она, наша точка. Дальше мы что сказали? хотим еще одну точку взять, ну, создать B, вот, а, которая изначально равна точке А, но мы у нее x координату поменяли. То есть мы хотим точку с координатой минус 1, 4. Вот. А, очень много всего напечатано. Неудобно, конечно. И делит этот постоянно вызывается. Ну ладно. Вот, после того, как мы поменяли x координату, что произошло? Вот, вот что вот эти два числа означают? Это означает, что мы, э, ну, это две ссылки на объект, на один и тот же объект. Да. Когда мы пишем b, b равно a, мы мы не создаем новый объект на самом деле, мы просто действительно наш нашу точку a еще назвали точкой b, то есть это одна и та же точка по сути. И когда мы пишем b точкой... когда мы меняем координату x точки b Значит, и у точки А она поменяется, потому что это одна и та же точка, и адрес у них один и тот же. Короче говоря, вот эта штука не работает. Но ну, она не работает почти никогда. Вот. То есть это не копирование. Мы просто называем по-другому тот же самый объект. Можно попробовать сделать копирование. Давайте посмотрим. Импортируем модуль копии, который будет нам копировать точку. Значит, создали точку, написали b равно копии, ну, из модуля копии вызвали функцию копия, скопировали точку, вот и поменяли у, у b x координату. Вот. И в этом случае вроде как все неплохо. Да? То есть точки напечатали действительно разные точки, и ID-шники у них тоже разные. Вроде бы нормально. Если мы вложенный список будем передавать в point 2D. Ну, вот если вложенный список, то будет плохо. А. А, потому что, ну вот, собственно, со списками все сложнее, да. А, поэтому, если у нас в объекте есть какие-то изменяемые переменные, то нужно использовать не копии а Deep Copy. Вот. А, функция Deep Copy, она. В общем, и с изменяемыми, и с неизменяемыми переменными работает корректно, она полностью копирует наш объект. Вот, то есть, если внутри класса есть вот списки или множество, то мы используем Deep Copy. Давайте посмотрим, как это выглядит. Создадим класс студент. В нем что будет? У студента есть какое-то имя. А также есть список предметов, которые студент сдает. Ну или посещает, неважно. Вот. То есть это какие у нас переменные изменяемые или неизменяемые? В целом изменяемые. А имя? Ну, строка. Строка неизменяемая. Вот, смотрите, имя неизменяемое, а класс изменяемый. Вот, то есть поскольку это список. И переопределяем просто ну, диагностическую печать. Ну и давайте создадим студента. Студент Ваня посещает три предмета. Ленал, алгоритмы, машинное обучение. И тремя способами создадим копию этого студента. Гип-копия. Ну, это вот глубокое копирование, которое прям корректно со всеми типами переменных работает. А, а копии — обычное копирование, которое с неизменяемыми переменными работает. Или с изменяемыми, что-то запуталось. А, а с изменяемыми. И наивное копирование — это просто присваивание, что явно неверно. И посмотрим, как эти три копии себя ведут значит давайте попробуем изменить ну поработать с Deep копи это самая самая правильная копия поменяем имя студента будет Катя и Катя у нас вместо линала ходит на матан вот во второй копии которая просто копия поменяем студента на Лизу и она вместо линала ходит на экономику ну и третья наивная копия это будет студент Леша, который ходит на алгебру вместо Ленала. И посмотрим, что произойдет. Ну вот, смотрим. Был исходный студент Ваня. Если мы делаем deep копию то все отрабатывает, видите, корректно. То есть Ваня остается Ваней со своими предметами. А поменялось имя и поменялся предмет. Все чудесно. То есть все, как мы ожидали, сработало. Обычная копия сработает не очень корректно. Почему? Значит, Ваня на Лизу поменялся, что хорошо, но когда мы переопределяли предмет, да, это в списке было, да, Лиза ходит на экономику, и Ване пришлось тоже идти на экономику, ну, потому что копия не работает со списками, ну, корректно. Для списков нужен deep копия. Ну вот, ну и если простое приспание делать, то понятно, что мы просто создаем ссылку на тот же объект, и в нем все меняется. То есть, короче говоря, когда у вас есть в объекте списки множество, вам нужно делать deep Вот. А к чему тогда обращаются вот, мы, students, наив, ну, не наив, а вот копии вот, класса к, к нулевому элементу. почему тогда в ошибку здесь не, не выпадает? Мы же, получается, не понимаем, к чему мы обращаемся. Когда мы так пишем, мы изменим просто элемент внутри списка исходного. Почему мы не понимаем, к чему обращаемся? Это просто тот же самый список. На него ну, это ссылка на тот же самый список, который у нас был. Да, да, Мы как бы понятно, все. Просто тот тоже изменится. Да, да, да это один и тот же список, поэтому он меняется. Да, а чтобы список уже да, менять, корректно копировать, да, тогда мы дип-копию используем. А, а почему имя у нас неизменяемое? я это не очень понял? А, ну, есть просто ну, некоторые перечень типов, которые не изменяются. То есть неизменяемые элементы в Питоне, э, что происходит с ними? Если мы пытаемся скопировать этот неизменяемый элемент, то создается просто новый. Вот. ну, есть изменяемые. Просто это изначально каким-то образом по-разному работающие типы данных в питоне. Насколько я понял, что типа класс — это как раз-таки изменяемый тип данных, а вот в классе вот, -вот имя, оно может быть неизменяемым. Сам класс... Ну, сам класс непонятно, пока мы не скажем, какие внутри него атрибуты. То есть, если тут, если... А, в смысле, класс-предмет вы имеете в виду? Ну, класс как тип данных. Вот, вот этот класс. Да, мы же к классу обращаемся каждый раз. А... Я, был бы не мы бы не смогли бы по индексу к нему обратиться. А, нет, по индексу смогли бы. Мы, а... мы же можем по индексу. Но, но, не, но не смогли бы также изменить, просто присвоить по индексу. Вот, Смотрите, по... если бы в классе было, было бы только имя, да? Ну, no, то у класса был бы такой же, по сути, он бы вел бы себя как ну, просто как строка. Да, мы бы могли просто копии использовать, и нормально было бы. Вот. А если внутри есть список или множество, то тогда мы уже ну, работаем со спецификой списков и множеств, и используем deep копию. То есть тут надо смотреть, какую мы копию должны использовать, в зависимости от того, какие у нас атрибуты внутри есть. То есть если у нас там только координаты у точки, никаких проблем. Напишем одна точка копия и получится, ну, что мы полностью ее скопировали. А если вот список уже появился, то дипкопия. А вот. почему нельзя всегда использовать дипкопию? Это недостаточно эффективно? А, я не знаю, что касается, сколько это по времени работает. Вот для меня сложный вопрос. Но, скорее всего, Deep Copy дольше будет работать, потому что он как бы итеративно внутрь списка заходит и э, применяет копирование. Скорее всего, да. С другой стороны, если у тебя же нет этого списка, значит, он как бы и не должен никуда заходить. Да, я, как и говорила, тоже об этом подумала, но мы можем проверить засечь за время, например. Сейчас попробуем. Так. Я что-то не помню, как внутри ячейки это делать, но я могу... Почему-то у меня вот эта панелька пропадает все время верхняя. Так, сейчас мы вернемся к дипкопе. Момент. И попробуем засечь время. Так, вот это у нас будет дипкопе. Можно засечь время выполнения ячейки вот такой штукой процент процент тайм. Вот оно. Теперь мы попробуем обычную копию посмотреть по времени. Я боюсь, что мы сейчас увидим что-то не очень интерпретируемое, потому что очень простая операция. Если бы что-то дольше длилось, тогда бы разница была. А нет, но все равно видим. Видите, смотрите, deep копия работает сильно дольше, чем копия. Мы можем еще разок запустить. Ну, не сильно, но дольше. Видите, вот это время выполнения, оно Дольше работает, чем вот это вот. То есть deep копия должна дольше работать. Поэтому с точки зрения эффективности, действительно, если у нас нет списков и сетов, то используем обычные копии. Ну да, но здесь же у нас есть списки и сеты, если мы их просто уберем отсюда. Я боюсь, что если мы просто уберем, будет такая простая операция, что ну, мы не, не сможем сравнить эти миллисекунды. Давайте попробуем. То есть мы. Убрали предмет отсюда, правильно? Сейчас у меня все сломается. Убрали предмет и оставили только имя. Ну, давайте попробуем. А что, а, с дип дип мы не определили? Так, ну давайте определим. То есть студент у нас это только его имя. Хорошо. Очень много всего надо изменять. Вот так вот. Сейчас. Вот так. Хорошо, значит, раз и два. Ну, видно, все-таки дипкопи дольше работает, даже если просто имя. Видите? Тут про какой-то статью... ну, как говорить, что в разы дольше нельзя, потому что, видите, от запуска к запуску все меняется, но дипкопи все равно дольше. Хотя здесь не дольше. Ну, Короче говоря, наши эксперименты с классом из одной переменной. Это плохая история. Было... Кате умножить на тысячу и посмотреть. Элизу и умножить на тысячу и посмотреть. Ну, что давайте, было. давайте. Ну, а может, что? дольше будет. Ну, может быть, и дольше. Давайте Ваню умножим на тысячу. Давайте не на тысячу, а на миллион умножим. Ну, чтобы долго было, да? Блин, на миллион у меня сейчас все сломается, я боюсь. Давайте на сто тысяч умножим. Так. И Катя на сто тысяч умножим. Ага. Или на 100 тысяч умножим. Так. И что у нас получается? Дипкопи дольше работает. Да? Два раза. Ну, давайте еще, еще пару раз запустим, чтобы точно убедиться. Хм. Не, нельзя сказать так, да. Короче, кажется, мы а, правы. Из-за того, что вы одновременно запускаете ячейки, они одновременно выполняются? Не-не-не, они, они не выполняются одновременно. Ну, давайте перерыв сделаем перед запуском. Ну, кажется, что, может быть, и имеет смысл просто везде вызывать копию Что-то вы меня как-то смутили. Не знаю, я не вижу принципиально большой разницы, честно говоря. Вот, так что наши эксперименты не подтверждают теорию. Может быть, правда, всегда дипкопию вызывать лучше. Но давайте я оставлю себе на подумать, на самом деле. Так, <кхм> ну мы где-то до середины ноутбука дошли, и, может, и не дошли. Давайте последнее, что мы обсудим, это вот эти вот геттеры и сеттеры. Это такая сложная относительно сложная история. Ну, смотрите, давайте создадим класс термометр, градусник, который будет нам температуру измерять. Ну, вот этот термометр. Вот. И мы просто в нити задаем некую температуру. Какая проблема есть? Мы можем задать некорректную температуру. То есть, например, мы изначально создали термометр с температурой 10 градусов, а потом написали, что температура стала минус 100 тысяч. Ну, плохо, как бы некорректная температура. Вот. Можно, конечно, проверить корректность внутри инита. Ну, или внутри, ну да, в принципе, внутри инита написать какую-нибудь функцию. Ну, давайте напишем, посмотрим, что будет. Даже не внутри, не та, отдельно напишем. Значит, минимальная температура по Цельсию минус 273 там, с чем-то градусов, да? То есть это 0 по Фаренгейту. Давайте напишем функцию setTemperature. Она будет проверять, верно ли, что наша температура, которая вот у нас стала, да, она... Ну, верно ли, что она меньше, чем минимальная? Если она меньше, чем минимальная, то мы выдаем ошибку. Вот. А если все окей, то есть она больше или равна, чем минимальная, то мы эту температуру задаем. Вот. И теперь мы будем как действовать? Мы просто будем вот так писать. Термометр. Set temperature. И вот что у нас произойдет? То есть мы создали термометр там, с температурой а там, 10 градусов, допустим, тут все окей. А потом мы делаем set temperature. Вот, и у нас выдается ошибка. Мы пытаемся задать э, несуществующую температуру, поэтому нам не дают этого делать. А если бы мы задали существующую температуру, то все было бы окей. Пока понятно? Понятно, пока. Да. Хорошо. Но есть некоторая проблема. Какая? Ну, ну, вроде как мы справились с ошибкой, но не совсем. Не знаю, насколько это проблема, но может быть в том, что нам выдается error, а не print неправильный. Или... Ну, error это в целом нормально, то есть мы видим ошибку. Но проблема все еще в том, что, например, мы можем задать неправильную температуру. Когда мы создаем наш объект класса, мы можем задать неправильную температуру. А. Нет, не можем, извините. Все нормально. А, да, то есть то все хорошо. М -м ну, значит, проблема в другом. Давайте почитаем. Весь код, который до этого использовал температуру напрямую, то есть self-temperature, будет работать неправильно. А, ну понятно, то есть если у нас были какие-то функции другие, да, вот здесь внутри, что-то они делали с температурой, которая работает вот с этой self-temperature, то они будут работать некорректно, потому что внутри вот этих проверок не встроено. То есть проверка встроена вот сюда, да, вот сюда, а в другие функции не встроена, поэтому… Зачем нам другие функции, если эта функция сразу же… Проверяется. То есть другие функции они априори будут вторыми выполняться. Потому что в да. них вызывается эта функция. Я имею в виду, что, вот, допустим, мы создали термометр с корректной температурой, а потом поставили некорректную температуру. Вот что произошло в этот момент с другими функциями. Вот не очень понятно. То есть что мы потом будем делать? Там, если, допустим, тут перевод, например, Цельсия в Фаренгейт идет, как будет эта функция работать? То есть она будет со старой температурой работать или она тоже ошибочно будет работать? Не очень понятно. Ну, непонятно только со значением, что будет с предыдущим значением. А так функция, ну, как бы, функция вообще не будет работать, потому что рейс у нас будет. Ну, даже, даже и так, если, ну, допустим, мы эту функцию, там, перевод Celsius фаренгейт вот здесь вызвали сначала, да, а, а потом здесь. Ну, и тут уже у нее, получается, разные точно значения будут и в каком-то, э, в каком случае ошибка, вот, и, ну, не очень корректное поведение. А почему разные да. значения? Мы разве перезаписываем значения? Мы же не ну, ушли... Здесь перезаписываем, Да. То есть, когда мы вызываем метод setTemperature, мы хотим, ну, в данном случае, перезаписать значение. А, но мы не успеваем это сделать, потому что у нас в ошибку выскакивает. Разве нет? Ну, если они корректны, то не перезаписываем, да. Ну, а вот в том-то и дело, что, смотрите, выскочила ошибка, и после этого мы хотим вызвать какую-то функцию, она уже не будет работать, правильно? А почему она не будет работать? то mm -hmm. есть она, она не знает с каким значением работать ну, она, она не, она она не раз... понимает да то есть мы упомянули перезап... прошлое значение мы же не перезаписали его она разве не помнит прошлое значение mm -hmm. давайте проверим тест mm -hmm. мы назовем ее тест uh, print self с да? вот так вот сделаем и вызовем вот этот вот термометр вот так вот. вызвали термометр с некорректной температурой вот и что будет теперь если мы выживаем вот этот test function, как вам кажется? Скорее всего, код просто не воспроизведется. Нам нужно в другую ячейку это написать. Вызов функции. То есть нам нужно вызвать ошибку, а потом в другой ячейке вызвать функцию. Да. Посмотреть. Потому что так-то точно она не воспроизведется. Вы хотите вот эту штуку? Да. А в другой ячейке вызвать. Да. Хорошо, давайте. Так, я не помню горячую клавишу для создания ячейки. У меня вот эта все время штука пропадает. Так, getter-setter. Сейчас момент. Ага. Так, создали, значит, так, а теперь в новом окне вызываем. Ну вот смотрите, у нас изначально не получилось нормально объект создать, видите, value error, потому что температура была некорректная. Ну и, соответственно, подождите, а тест... вроде правильно, тест function. Ну и да, и тест function тоже некорректно теперь работает, видите. Вот, проблемка. Короче говоря, и можно такой способ использовать. То есть мы сделали проверку да, на температуру и добавили ее в init. Ну, так нормально, в принципе. Но есть и более красивые способы, так сказать, делать эту проверку. Есть декоратор property. Вы с декораторами сталкивались когда-нибудь? Да. вот такие кто-то да кто-то нет да а, ну ладно декоратор это это некоторая обертка вокруг функции вот вот есть пример кажется вот а, то есть что такое декоратор вот у нас есть какая-то функция и мы что-то хотим там ну допустим что-то до нее сделать что-то после нее вот то есть в, ну, в какое-то действие обернуть эту функцию. вот Есть классические декораторы, они что-то там делают. <coughs> вот, декораторы, они пишутся через собачку, потом название декоратора, и они пишутся перед функцией, которую мы хотим в этот декоратор обернуть. вот, Ну и вот в данном случае у нас есть декоратор property и temperature setter, getter и даже deleter есть. Вот такие вот э, декораторы. То есть, смотрите, это, это хитрость и не очень просто. Значит, с помощью декоратора property мы делаем наш метод атрибутом. То есть, это, это была функция, да, вот мы создали функцию температура. И когда мы написали property, то эта функция э, начинает вести себя как атрибут, то есть как переменная. Вот и можем навесить Temperature setter на нашу функцию температура. Вот и тогда у нас все будет вести себя довольно ну, просто, опять же, без лишних там проверок и корректно. То есть смотрите, когда мы навешиваем на температуру декоратор property то смотрите, что происходит. Мы создаем мы объект новый, и когда мы смотрим его температуру, мы уже не пишем, ну вот мы раньше вот так писали, да, круглые скобочки. То есть мы, когда вызываем метод, мы пишем круглые скобочки всегда, да, а теперь мы круглые скобочки не пишем, потому что этот метод станов... ну, ведет себя как атрибут. Вот. И вот в случае, если метод ведет себя как атрибут, и мы создаем вот этот сеттер, то всегда при использовании температуры вот этой, везде, в любой функции вообще, будет автоматически выполняться вот эта проверка. То есть раньше-то проблема была в том, что что-то там в других функциях могло, могло происходить с температурой с этой, и когда мы изменили температуру, там функция стала работать некорректно, или ошибка вызывается. А теперь получается, что функция, она как бы одновременно у нас и переменная, и всегда при работе с этой переменной у нас будет вызываться это проверка. Вот так. Вот. Давайте попробуем задать температуру э, неправильную. Давайте температура, термометр, точка температура равно минус 10 тысяч. Ну вот, то есть мы задаем температуру, вот прям как будто бы это переменная, да, и вызывается вот эта проверка. Почему так можно? Потому что мы переменную отождествили с функцией, вот, и так как мы обращаемся к этой переменной, сразу вызывается вот эта функция. И проверка происходит. Говорят, что температура некорректная и, собственно, не, не меняется эта температура. Вот. Вот такая неочевидная штука. Но она позволяет нам довольно элегантно решать вот эти проблемы с, там, с некорректными значениями, с некорректными действиями внутри класса. Вот так. Так, давайте я вам просто обзор скажу, что там дальше в ноутбуке рассказывается. Вы дальше поизучайте его сами, потому что у нас уже время подходит к концу, даже подошло. Если у вас возникнет необходимость в том, чтобы мы разобрали вместе этот ноутбук, вы мне напишите, мы проведем дополнительное занятие, чтобы там не там, следующее занятие не сдвигать. Дальше у нас будут дескрипторы. Статические методы в классе ⁇ это как раз методы, которые ну, не, могут не использовать объект нашего класса. Вот. То есть, которые self не используют, по сути. И вот. сколько у вас тут чайников таких, как я? Пять точно есть моих чайников Вот нам бы прям сто процентов надо было занятие с разбором. Хорошо, но ну, тут много всего. Класс, метод, наследование. Тут, ну, посмотрите, тут ну реально на самом деле намного занятий. Мы так вот, но ну, наследование полезная штука. Да, абстрактные классы. Тут в общем еще минимум часа на два разговор. Дата классы есть. Я не знаю, как это можно успеть, честно говоря, за одно занятие. Я даже прокрутить не успеваю. Можем провести. Я тогда получше подготовлюсь, чтобы на все ваши вопросы уметь отвечать. Вот. Но подумайте на самом деле, то есть без этого можно идти дальше, но если хочется разобраться, то проведем дополнительное занятие. Проблем нету. Но только не завтра, чтобы я тоже успела нормально подготовиться, вот. и все вам хорошо рассказать. Я думаю, можно какой-нибудь вопросик сделать. Давайте сделаем, да. В любом случае запишем. Можно, может быть, в выходные, если у вас будет желание, там, в субботу, в воскресенье. Как раз я тоже успею в этом во всем разобраться нормально. Да. Потому что, на самом деле, за несколько лет, когда мы это все разбираем, мы до конца не доходили никогда. Вот. И какие-то моменты тоже мне постоянно надо повторять. Потому что не используя вот это все на практике, такие тонкости. Ладно, хорошо, тогда э, опрос сегодня через пару часов кину, если захотите, тогда встретимся, будем разбираться. Вот. Ладно, давайте тогда заканчивать, спасибо, что пришли, ну и, скорее всего, увидимся, ну так, базово в среду с утра в следующее. Вот. Ну ладно, давайте тогда, хорошего вечера. До спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.